Включаю запись на всякий случай. Вот. Потому что развелись буйные. Вот это нормально, смотрите. Я бежал. Что ты делаешь, алло? Ты в себе? Ай, блин! Что ты делаешь? Ты нормальный? Алло, парень. Арестуйте Оскара, у него, короче, 6 звезд. Он меня очень много раз убивал. Все видят, да? Видно, как потёк. Блядь, привет, привет. Слышишь, братан, у меня видеозапись идет, если что. Пусть идет. Хорошо, хорошо, отлетаешь. Молодец. То есть все видят, ну я просто бежал, он решил меня посадить. Заебись. Да. Вот таких уродов, блядь, надо сразу увольнять, нахуй не принимать. Жди увала, дурачок. Стой, не отправлю его. Да. Стой, отставить. Я сейчас его проверю. Бежал, бежал, значит, по мосту. Он меня повалил дубинкой. Просто бежал. А за что его арестовали? Просто бежал. А за неподчинение. Неподчинение, смотри. Нет, я... Он от меня убегал, его застрелили, послушай, меня пытались застрелить. Со мной поговори, пожалуйста, да, я вижу, ты более адекватнее. Я просто бежал по мосту, он размахивал дубинкой и повалил меня на землю. Без каких-либо разговоров он просто... Лучше бежали от меня. Объявил меня... Вы от меня бежали. Какой? Тихо, сержант, тихо. Я из больницы вышел, я из больницы только вышел, когда он меня стреляли. Сразу повязал. Тихо, сержант, говори еще, говорите. Дальше. Да что его вяжут, я мужики? Я вышел из больницы, он меня сразу он повязал. Он новый спокойно. Да я понял, успокойся. Не, ну у меня видеофиксация есть, пусть он меня садит. Так вы ж, ну отлично, пусть садит. Стойте, давайте вас обыщу, проверим. Да не-не-не, пусть он меня садит, мне все нормально. Я все равно должен проверить. Хорошо. Но было отчетливо видно, как я просто бежал, а данный человек просто ударил. Да, когда было неподчинение, вы бежали, да. Да, да, хорошо. Удачи. Хорошо. Не, ну, кстати, он точно должен дать. 3.2. Но дело в том, что он меня не за это задержал. А, да, у него конфетки не за, есть. Не за хранение наркотиков. Ну да, за хранение вам обязан дать. Но, а смотри, за я то, тебе что... поясняю, как все было. Я выбежал из больницы, он размахивал дубинкой. И ударил меня, повалил без каких-либо разговоров и повел в участок. Все. Вот так все и было. Так вы от меня убежали, вы понимаете? Стоять, сержант, а ты ему говорил 3 раза остановиться? Он мог, ты стрелял? Да, я ему даже 4 говорил молча тогда. Молча бил меня. Типа, я ему тогда наручники одел. Вы воздух стреляли? Нет. Воздух. А почему, если он бежит, и вы бежите, он видит все, что вы не догоните? Почему не стреляли, во-первых? Первый воздух, второй в него. Это раз. У меня есть фиксация, могу лично даже вам, ну, скинуть, чтобы вы убедились, как все было. Давайте, скидывайте, я хочу это разобраться. Остановите, сержант, стоять. Я сейчас с вас...